Ну все, машина проехала, голубь пролетел. Всем привет! Это как бы мысли. Мне посоветовали вместе с новостями снимать ролики о своих мыслях, о своих фантазиях, о своих идеях. Я перебирал и подумал вот о чем. Я пока шел сюда, в кафе, я насчитал порядка 15 камер, которые снимают то, как я иду. Камеры, они блядь, повсюду. Эти камеры, я захожу в магазин, там камера, я выхожу с магазина, там камера. Я беру пакет с молоком, а там тоже камера так, она меня приближается. Я даже был у гастроэнтеролога, даже камера была, во мне камера была. Она наблюдала все, сканировала меня изнутри. Ну, блядь, так где-то все бесит. В банкомате камера. Вышел из банка, тоже камера, на выходе камера. Да где она? Ты по дороге идешь, камера. На магазине камера, в магазине камера, в банке камера. Где еще камера? Даже вот здесь камера, у вас камера, в руках камера. А вы что смотрите? Вас тоже снимают, да? Улыбаетесь? Даже если вы не хотите, вас снимают, да? Да, вас снимают. Снимают вас, я вам говорю. Вы что думаете? Да пошел ты сам. Рот закрой. Что ты сказал? Руки убрал. На место сел. Рот закрой свой. Ты на себя посмотри лучше. Хватит меня снимать. Да, как-то так. Я против этого.